Девчонки, привет! Вот пока стоим на светофоре, да и дальше можно делать. Делаем хорошее упражнение. Это замена биноклю, да, только делается одним глазом. Мы приподнимаем верхнее веко, да, вот под бровью я ставлю пальчики. Приподнимаю вверх и в сторону, да, и таким образом моргаю. Можно спокойно ехать за рулем, собственно говоря, и рано утречком поднимать свои веки, да, потому что можно второй глазик, да, взять и моргать. Очень удобное, очень хорошее упражнение. Работает.